Алло. Александр? Да, Ярослав. Доброго дня, Ярослав Старухин, «Глобальная волна». Идет видеозапись, аудиозапись, и хотел бы для наших зрителей задать несколько вопросов, предложений. Да, конечно, включаем. На стране под роликом, посвященный посещению завода, выложены ссылки анонимными пользователями на якобы разоблачающие твои действия, мошеннические и так далее. Вот. Наблюдается два... С чем пытаются зрители как бы спорить? Что первое, там не вырабатывается больше, касается технической части, что не вырабатывается больше газа. А второе, что якобы ты кидаешь людей и огромное количество пострадавших и так далее. Но, вот. Тогда прямой ответ как бы на этих пострадавших, как где они? Ну вот я хотел бы, чтобы зрители говорят: Ярослав, куда ты вмазываешься, что ты занимаешь позицию Кузнецова? Я с тобой вот глаза в глаза, но ухо в ухо вот разговариваю, говорю, что я просил бы зрителей интернета, если имеются пострадавшие, объявиться. Вот, потому что мы находимся в открытой системе, существуют вот подобного рода клеветнические, неподтвержденные документально. Вот так вот. Вот, соответственно, а по технической части, то, что мы с тобой предварительно говорили, посещение завода, но проверка там опыта и эксперимента уже не надо, поняли с магнитами, что это не будет работать. А вот провести чистый эксперимент по потреблению электролизером электричества и посчитать кубатуру газа, ну вот это элементарный эксперимент, который мы можем и должны провести. И сделать стенд обогрева жилого дома. Да, вот. Абсолютно, как бы, из этого никто тайны никакой разумеется не делает, как бы. Пожалуйста. Ну, вот. Любые эксперименты, то есть любые замеры за приборами и всем остальным, все как бы сделать. Ну вот я для наших зрителей говорю, что мы находимся в обществе презумпции невиновности. По факту, я вижу человека, который не скрывается, не пользуется многочисленной охраной, полный доступ до помещений и общения с персоналом. Соответственно, если ходят какие-то слухи, что куча пострадавших, ну объявитесь. И вот я задам вопрос. Александр. Да, дело в том, то, что да, хотел бы донести бы до тех, кто будет, собственно говоря, слушать эту запись, что пусть хоть один человек появится и скажет, что я купил, вот оно у меня есть, и оно не работает, или я вот отдал деньги, а меня кинули, и мне деньги там не вернули, или еще что-нибудь. Просто хотя бы хоть один человек. Ладно, вы знаете, наверное, я скажу проще. Прошло уже несколько лет, а больше получается 4 лет. И вот 4 года, как бы, я там занимаюсь там различными там этими разработками, собираю там электролизеры, все остальное. И как бы, разумеется, там я их там продаю. Ну и где люди за 4 года? Да извините меня, меня здесь уже и близко бы не было, если бы я занимался бы подобными действиями. Ну, то есть тот человек, который пишет, то есть он просто заинтересован. Он заинтересован лично делать, потому что он как бы проплачивал. Ему это выгодно, он там плюс эту гадость. Но опять же, при каких-то попытках его спросить, кто этот человек, он, соответственно, не признается. Везде на всех форумах, везде, где он там короче, где он там что-то там пишет, там, якобы какие-то разоблачающие там моменты, он везде выходит вот анонимами. Если человек говорит, что он якобы был моим инвестором, да ради бога, чего скрываться? Если я, например, кому-то даю деньги и меня тяжко обманули, зачем мне от кого-то прятаться? Это первое. Второе. Человек находится, говорит, я знаю, кто он. Вот. И им занимаются правоохранительные органы, то есть жалобы уже подняты, как бы. Скоро как бы этот вопрос закроется, он будет это наказан. По закону он за все эти меры ответит. Вот. Никакой там расправы я там не физически там делать не собираюсь. Я никогда этим не занимался, заниматься не буду. Вот. А что касается как бы его личности, то включает по закону свои слова. Потому что как минимум это клевета, это как минимум угрозы. Вот. И это представление моих личных данных. Личные мои данные предоставил мой бывший сотрудник.
который такой же, это оказался мошенник на пару месяцев с этим же Сашей. Вот, это Буганов Андрей, вот, который именно непосредственно предоставил все мои личные паспортные данные. Но, так что, извините. И вообще, кому какое дело, там написано, я читал, конечно, в порнографии, там написано о том, что у меня там собака померла, что у меня там машина, там камер много ест, что я там хожу в кафе или хожу в кино, а я что, не человек? Я не могу сходить в кино, посмотреть фильм или сходить, допустим, там с супругой в кафе. Ну, наверное, имеется в виду, что миллионы, выделенные инвесторами, были потрачены на увеселительное... У меня был один компаньон, и его зовут Ракин Тимофей. Да-да. Который потом вышел из компании. То есть он у меня был в патентах. Мы вместе с ним открывали компанию в Москве. Арендации. Все как положено. Человек вышел, забрал свои деньги, никаких претензий ко мне не имеет. Разумеется, я к ним претензий не имею. Мы с ним по-любому дружески расстались. Все. У меня стал другой человек, и то же самое также тоже официально, со всеми документами, всем остальным. Все. Вот. Никаких-то черных схем, каких-то мошеннических действий я нигде ничего не предпринимаю. А то, что там это пишет, там этот Black Line, ну, по сути, это он же там и есть, он у меня запустил. Вот. Точно так же он там же так же строчит, так же он там везде все пишет, так же везде же. Это все этот Саша Сладкий. Вот и все. Ну ладно, оставим. Люди, да, понятно. Люди просто мошенники, вот и все. Не более того. Я тем более за все свое время, самое важное, что хотел бы подчеркнуть и развал, за все время, сколько я работаю, начиная еще с портала, когда я сидел в гараже, и его собирал, я никогда свои технологии не получил. И никогда ни у кого не дал никаких денег наперед, и никогда никто ничего просто не дешал. Вот. Никогда. И всегда, когда кто-то хотел ко мне приехать что-то посмотреть, я всегда показывал. Я никогда с каватами не делал, ничего в подвале не прятал. И на любой вопрос, который мне всегда был поставлен, я, по-моему, всегда отвечал без каких-либо уворотов, без каких-либо там ухищрений там, и всего остального. И не пытался там отвлечь там чье-то внимание. Потому что я не делал этого тайм. То есть, может быть, я где-то там чем-то заблуждаюсь, может быть, где-то в чем-то ошибаюсь. И наоборот, может быть, где-то мне люди даже правильно говорят. Я читаю комментарии, я слушаю, как бы, то есть, люди говорят, ну, где-то и говорят правильно. Вот, а где-то сами заблуждаются. Ну, со всеми спорить, как бы, я тоже не буду. Но в этом нет никакой необходимости. Да, поэтому... Спасибо, что сотрудничаете. Да. С глобальной волной предлагаю, пользуясь случаем, что у нас есть подписчики, целевая аудитория следит за этим, провести стендовые испытания в прямом эфире, посмотреть, то есть как бы не уговаривать, а просто продемонстрировать рабочие девайсы в действии. Абсолютно, да. Вот, и самое важное, я хотел бы еще подчеркнуть, если я еще сказал ранее, если хоть один человек есть, тот, которого я кинул, ну пусть объявят. А, вот. Вот я его кинул, да, да. Вот я ему дал денег, вот он мне ничего мне не отдал, он от меня скрывает, он не берет, ну хоть один человек, он тот, который реальный, который. И хотя бы ну просто фотографию пришлет моего электролитера, что он стоит дома. Пусть старая версия, новая, да любой, какой угодно, что, допустим, он там купил, якобы аж не работает. Хорошо. Слушай, еще вот вопрос такой технический. Некий пользователь написал в компанию представителя Элка запрос. И вот по поводу горелки. Ты можешь как-то это прокомментировать? Ты говорил, горелку делаете вы, а мозги немецкие. Да. Это тот же самый, то есть латвийский, это тут наш. Ага. Тот же самый. Никто никаких запросов не давал, и такую информацию никто никогда не представляет по-нормальному. И хорошо, если на то пошло, если мы никогда не покупали эти горелки, тогда откуда они? Ну, мало ли, купили через третьи фирмы, через третьи страны. Это-то не проблема. Да тут не меняет, но если они у меня есть, вы сами на глазах видите. Он говорит, что якобы никогда никому не продавали. Откуда это? То есть вы их сами делаете или вы их закупали? Электроника ихняя, технология наша. А корпус, внешний корпус, корпус вот этого поджигающего или нет? Внешний корпус, который из нержавейки, ну, что там видел, то есть мы их варим сами все на завод. То есть именно непосредственно сами котлы полностью все собираем мы. Все вытачиваем, все переходники, все соединения, все вытачиваем мы. Форсунки тоже мы меняем, свои ставим. То есть внешне это похоже на форсунки Элка, хотя не являются таковыми?
Да, потому что, то есть, там форсунки немножко другие, и из-за этого, соответственно, то есть, когда водородно-кислородная смесь будет гореть, или просто водород, он, соответственно, будет детонировать. Вот, и будет обратный хлопок. Поэтому требуется другую горелку ставить. Поэтому, как бы, там, части, как бы, наши. И горелка, и горелка ваша, потому что фирма Элка заявляет, что они не выпускают горелок для трех типов топлива. А вы как раз заявляете, что ваше ноу-хау в том, что три компонента могут использоваться различные. Да, да, все верно. Хорошо. Ну, как бы по приезду эти горелки, как бы там, в любом случае, горелка, наверное, она будет здесь, так что все как бы, все сами проэкспериментируете, все наглядно. Прямой видеотрансляции все покажем, объясним, расскажем, что мы меняем, что ставим, что заменяем, какие моменты нужно, то есть, ну, учесть. Это как бы абсолютно без проблем. Все, ну, большое. Александр, есть, все покажем. Пока предварительно все, вопросов нету. Большое спасибо за наполненные ответы. Давай, до связи тогда. Хорошо, всего доброго. До свидания.